Дорогие братья и сестры. Драга братья и сестры. Боевые товарищи. Ратные другови. Спасибо вам за теплый прием. За теплый прием. День добровольца в этом году. Дан добровольца в этой године. Это знаменательное событие не только в Республике Сербии, но и в России. То есть значение događaja не само в Республике Сербской, но и в Руси. Наши добровольцы передают вам поклон и благодарность. Наши добровольцы вам дают свой наклон и свою благодарность. Русские добровольцы в настоящее время находятся на боевых позициях и должностях в Луганской, Донецкой Народной Республике. И тоже передают вам поклон. Русские добровольцы се сада в этом моменту налазе на своим ратным позициям в Донецку и Луганску и также вам шалю теплые поздравы. Братья и сестры, ратные другови. Вам передают огромный привет первый глава Донецкой Народной Республики Александр Юрьевич Бородай. Драга братья и сестры, вам огромен поздрав шалє глава Донецкой Республики Александр Юрьевич Бородай. Экс-министр госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрей Юрьевич Пинчук. Бывший министр державной безопасности Донецкой Республики Андрей Юрьевич Пинчук. Они возглавляют Союз добровольцев Донбасса, который объединил добровольцев не только России, а и Сербии, Республики Сербской и многих европейских государств. Наши добровольцы не сами объединены там, но объединяют заедно и русские добровольцы, и сербы добровольцы, и многие добровольцы дилем Европы. Вспоминая 1993 год, ако се сетимо 93. године, когда первый казачий отряд, когда је први козачки одред, 1. января 1993 вступил, 1. января 93. године ступио у Вишеград и вошел в состав Вишеградской бригады. И ушел в состав Вишеградской бригады. В то время в Вишеграде находился второй русский добровольческий отряд, возглавляемый Александром Мухаревым. Добровольческий отряд, который предводил Александр Мухарев. Позывной АС. Он передает вам тоже огромный привет всех, кого знает, ну и всем товарищам. Он вам также шалє великие поздравы. Русские добровольцы в то время. Русские добровольцы в то время сыграли, будем считать, небольшую роль. Играли су по нашим скромним запазима не баш велику улогу. Но очень большую политическую, велику политику, и моральную, и моральную роль тих событий. У тих довідок. Вы помните все, когда газеты писали, дошли руси до Сербии. Вы сигурно се сећате, когда су све новини писали, дошли су кузаци, добровольци. Вишеградская бригада пулей греет дорогу, когда мы выходили с митингами. Вы знаете, когда мы так и участвовали в митингами. И когда дошли мы до туннеля, спорты оставались пустые, неприятель нас просто бежал. Дошли в этот туннель, и когда неприятель просто бежал от нас. Но вместе с тем, естественно, война есть война, мы несли боевые потери. Да, рад и рад, и мы имели, наверное, и свои погибли. Вы не забывайте наших товарищей.
Ruski dobrovoljci. Vi ih ne zaboravljate. Мы помним, каждый раз приезжая в Республику Сербскую. Мы се сечамо сваки пут, когда дойдемо овде в Республику Сербскую. Я до земли кланяюсь тем людям. Я се до земли кланям тим людима. Которые в образцовом порядке содержат наши воинские захоронения. Кои у боевом порядку чуваю наша гроба. Это не только обязанность, но это великая честь. А нам, живым, конечно их не забывать. То не само обязанность, но и должность, да их никогда не забывать. Вернусь к событиям, которые сейчас происходят на Донбассе. Хочу вам нечто упрочу речи, с обзором на то, что се догадя на Донбассе. Многие наши добровольцы, которые принимали участие, многие наши добровольцы, которые имели участие овде в Отечественной войне 92-95 года, и которые участвовали в 91-92-93 годы в Отечественном рату, приняли участие и в событиях на Донбассе. Участие на Донбассе. Но донбасские события показали. Но те события на Донбассе показали, что добровольцы, молодежь добровольческая у нас есть. Мы не до конца ветеранская организация, которая только может вспоминать свои былые походы, бои. Да, у добровольческих моделей нас и появляются и младшие люди, и не само ветераны, которые мы знаем и которые вспоминаем. У нас появилась прекрасная молодежь. У нас появилась и появляется прекрасная молодость. Они с оружием в руках отстаивают православные ценности. Они с руками, с оружием руками чувают православные вредности, ценности славянского мира, вредности славянского света. Это будущее. То есть будущее. Ветеранские организации России, ветеранские организации Русия хотят поднять роль и статус добровольцев. Хотели бы поднять улогу и статус добровольства на должный уровень. На онай ниво и припада. Добровольцы мы можем вспомнить. Добровольцы можем да запамтимо. Это пересветы и ослепы, которые на Куликовом поле вышли биться с неприятелем один на один. То есть, когда се сучелявали на Куликовом поле один на один с неприятелем. Мы помним события испанские. Мы помним добровольцев Великой Отечественной войны. Мы памтимо и они, которые были в Испании, и они, которые боролись в нашем отечественном рату. И сейчас я хочу сказать, что сербские добровольцы в событиях на Донбассе достойно себя проявили и участвуют в этих событиях. И хочу да напомнить, и, да, и добровольцы со сербской стороны, которые участвуют в Донбассе, веома су значайни и веома се добро носят. И добро су се показали. Это молодые люди, которые, которые с оружием в руках отставили ценности отцов, дедов, не словами, а делом. Потому что на Донбассе мы боремся с фашизмом. То, что происходило в Косово, вы все это помните и видели. Кои с оружием руками чувают залите своих отца, кои се не боре речима, него оружием, и кои, наравно, преносе залите косовских бораца и косовских дней. В России статус добровольца в ближайшее время, я думаю, в пределах небольшого срока примет определенный государственный статус. Добровольческий покрет, че и свакако и в России добити онай заслуженный статус державного нивоа, по ему и припадает. Вместе с тем мы отмечаем, что Республика Сербская отметила русских добровольцев, включив их Министерство социальной инвалидской защиты и получив удостоверение ветерана Войска Республики Сербской, что признал, практически, фактически признал их статус государственным. Мы памтимо, да е Република Српска и њени државни органи прихватили наше добровольце као ваше, дали им специјалне статусе и статусе бораца који се изједначавају са борцима Републике Српске. Погибшие добровольцы, семьи погибших добровольцев получают определенное
компенсация раненых. Породицы погибнули бороться добивают определенные компенсации. Раненые получают тоже компенсацию раненых. Раненые инвалиды добивают также компенсацию надоклады. Это естественный успех, успех сербского правительства, президента. То есть всякий успех ваших властей, председника. И реальная благодарность русским добровольцам. И реальная благодарность русским добровольцам. Еще раз. Низкий поклон вам, огромное спасибо. Поклон и велика хвала.